форточки бывают в дверях, в торцах, в крыше, в коньке, боковые фрамуги, верхние фрамуги, стеновые форточки. Все зависит от типа теплицы, какую вы выберете. То есть у каждой теплицы есть свое проветривание. Есть стандартные фрамуги и форточки. Есть как бы для каждой теплицы индивидуальные. Вот, например, вот эта стеновая форточка. Она на газлифтах можно поставить. Оп, видите, на газлифтах открылась. Есть форточка точно такая же стеновая, но ручная, на крючок. Например, заходим. Вот видите, она ручная. Вот. На крючке, видите, крючок. А есть, вот если стоит уральская VIP, на автомате, то есть автоматически. Вот вы уже считаете три вида форточек как открытие. То есть ручная на крючке, газлифт. Газлифт, ну это мебельный газлифт. Открытие-закрытие плотное. Автоматическое, вот там видите, вон там фрамуга. Она в автомате открывается. То есть вот это стеновые форточки. Их можно сделать, эти форточки. Смотрите, вот эта форточка универсальная. Ее можно, чтобы сделать, чтобы она, если без газлифтов, просто если разрезаете здесь, то можно, чтобы она вообще вот так открывалась. Можно, чтобы она вниз вообще падала до низу. Многие так делают. Можно, чтобы открывалась вправо, влево. То есть в какую сторону вы захотите. Но большинство вот так заказывает, потому что, смотрите, мы закрыли ее, да? Здесь нигде щели нету. Здесь везде нахлест, внизу нахлест. То есть все герметично практически. Можно даже еще обклеить уплотнительной резинкой самоклеющей. То есть тут уже на ваше усмотрение вариантов огромное количество. Двери, ручки, напоминаю, у нас вот такие. Все, видите, идет нахлест на стойку. Сверху уголок отливочный. Здесь дверь двухстворчатая. Это в основном стоит на перегородке или у кого маленький подход. Видите, у нее распах маленький. Две двери. На замок закрылась. Сверху вторая ручка замок. Так в основном, конечно, все берут вот такую дверь с форточкой, чтобы можно было ниже, потому что у многих есть животные и так далее, кошки, собаки, чтобы можно было открыть форточки огромные, 800 на 890, чтобы можно было ее открыть и проветривать, а нижняя часть, чтобы была закрыта. Вот так вот. Тут уже кому как нравится. Сейчас меня просили снять, как устроена форточка на випке. Вот смотрите, отсюда, наверное, не видно. Вот у нас стоит форточка. Лист идет целый, нерезанный. Форточка просто вставляется и крепится на две петли. Раз петля и два петля. Здесь везде также внахлёст. Но это с автоматами стоит. Сейчас изнутри покажу. Потом видео сниму отдельно. Внутрь заходим. Здесь емкости всевозможные. Подстав. И вот она, видите, тут на автомате даже стоит, на випке. То есть стеновая форточка, установлен автомат. Она автоматически открывается. То есть ничего сложного. Прогон идет с форточкой, его крепите. Потом форточка опирается на нижний. И надо лист хоть как резать. Как бы ничего сложного нету.